Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайтер. И сегодня мы с вами играем в танки онлайн. И буду я, ребята, учиться наводиться с помощью мыши. Дело в том, что мои подписчики сказали: блин, Вайтер, а почему ты на шафте не попробуешь наводиться мышкой? То есть, мышкой играть намного проще, намного удобнее. И как бы тебе это должно по-любому зайти. И, блин, я так подумал, а вот действительно, как бы на шафте я толком вообще ни раз не играл. И как бы с мышью, может быть, натуре у меня как бы зайдет. А тем более управление, ребята, у нас мышка имеется в Танк Онлайн. И почему бы, так сказать, не протестировать это все дело на мышке. То есть, как вы мне, ребята, посоветовали, прицеливаться намного проще. Также проще более-менее ориентироваться. То есть, и даже я сейчас, ребята, вижу, что очень-очень легче, и можно прямо прицелиться в чуть ли не в пикселеныш. И это, если честно, меня очень сильно радует, потому что я, блин, до этого парился немного с тем, что мне не очень нравилось управление как раз-таки шафтом, благодаря тому, что, ну, как-то, если честно, непонятно мне было, знаете, как там вот это вот все делать. То есть, в какой степени непонятно, сейчас я вам попытаюсь это объяснить. То есть, когда я пытался именно нацелиться в очень маленький пиксель, и в каком-то видеоролике там подписчик мне сказал: блин, Вайдер, ты попробуй у нас целиться с помощью шафта, то есть ним целиться намного удобнее, и как бы тебе даже самому это понравится. Я так посчитал: блин, а в натуре, а почему бы и нет? Кстати, ребят, по поводу ваших советов насчет управления шафтом, я, если честно, был очень удивлен, потому что действительно очень много годных советов вы мне сказали. То есть, и по поводу того, что твои самые главные враги, как бы, это твои союзники, по поводу того, что тебе лучше взять резист от смоки, рикошета и там это еще одной бесящей пушки, я ее забыл, ребята, но она у меня где-то записана. Я, короче, все ваши советы записываю в отдельный такой блокнотик, и это, если честно, этими советами довольно-таки частенько пользуюсь. То есть, ну, в натуре, как бы, есть действительно много людей у меня на канале, которые играют на шафте, играют довольно-таки активно и понимают вообще полностью эту пушку, а вот для меня это такого рода что-то новое, что-то необычное, и, блин, чертовски мне это прям заходит. Мне, ребята, прям это на все 100% нравится. Именно они мне говорили прям такой прицельный режим: если, в общем-то, я буду стрелять на скидон, то может там что-нибудь другое придумать или что-нибудь другое сообразить. Так, дружище, давай-ка ты, я так думаю, не успеешь на меня навестись, да, потому что у меня все-таки шафтик на ДДшке, и, естественно, у меня будет там довольно-таки неплохой дэмэдж проходить, даже если я буду стрелять, в общем-то, на скидку. Так, блин, хотел раздать своему тиммейту овердрайв, но у меня это не получилось, окей. Но даже сейчас я как бы ощущаю и вижу, но, кстати, к слову, признаюсь, ребята, вам честно, то есть иногда как бы у меня немного рука дергается, знаете, повернуть именно башенкой и прицеливанием на вот клавиатуре. Не знаю почему, но, может быть, кстати, я уже более-менее, когда буду долго играть на этой пушке, приучусь, что когда я как бы одеваю себе шафта, нужно понимать и отдавать себе отчет, что как бы ты у нас играешь на мышке, и также нужно как-то к этой мышке подстроиться, чтобы тебе было удобнее, чтобы зрителям было комфортно. Так, и, кстати говоря, на мышке, когда ты играешь, тебе легко будет чекать спину. То есть сейчас, как вы, наверное, видели, ребят, как вы, наверное, заметили, я, то есть, смог с легкостью повернуться и посмотреть, что у меня будет сзади, при том, что ну, как бы, особо я даже, ну, я не думаю, что у меня подобное получилось бы, если бы я играл, допустим, на том же самом, ах ты, блин, подлюки, взяли и завалили немножко мой килл. И плюс ко всему, блин, у меня сейчас немножко сорвался пальчик с пробела, ладно, бывает такая тема. Бывает, ребят, такая тема, немножко пока непривычно все это дело держать, но думаю, у меня это получится. То есть буду, ребят, стараться, буду следовать вашим советам. И сейчас как раз таки главная цель у меня будет на этом аккаунте — это прикупить себе что-то вот интересное. В плане каком? В плане резистов, естественно. Также я себе остановил выбор на том, что как бы пока кристаллики тратить на МПК я не буду, то есть я их, ребята, буду
буду оставлять до комплекта. Комплект, который у нас есть в гаражике, не знаю, может быть, скорее всего, если его не будет в гараже, я прикуплю себе его с магазина. Но это, знаете, уже на такой самый крайний случай, если прям вообще вот прям мне вот прям захочется поиграть на каком-нибудь таком интересном, более-менее прокачанном сочетании, а в гараже он будет появляться очень и очень долго. Вот, и к слову, ребята, опять же, не забывайте про мой конкурс, который я вам рассказывал, о котором, точнее, я вам рассказывал, то есть, ах ты, блин, ну серьезно, а, я понял, из-за чего у меня срывается, ребята, у меня срывается прицел из-за того, что у меня как бы два монитора, и получается, когда я перетаскиваю так мышку, она иногда у меня, ой, тиммейты, вот о чем как раз-таки мне ребята и говорили, то есть мои в комментариях, то, что тиммейты — это твой самый главный бич. То есть это твоя самая главная проблема. И а почему никто не влазит, а? Ну-ка. Никто, что ли, не хочет попасться на уловки шафта? Ну-ка, давай. Дружище, и хопля. Блин, я не знаю, я зарядил ему или нет. Блин, походу не зарядил. Походу я, ребят, промахнулся даже с прицелом мышки. Но ничего. Это дело, так сказать, поправимое. Вот, и потому что, ну, к слову, как бы я на мышке играю вообще не часто. Если быть точнее, вообще никогда на мышке не играю. Потому что всегда использую клавиши, не знаю. Мне так более-менее удобно. Я так более-менее уже привык. Но именно в плане шафта, я так понял, эта тема прям очень сильно популярна. Потому что, блин, на шафте у нас предпочтительно играют у нас люди на мышке, то есть там и прицеливаться легко, главное дождаться вот того самого курсора, которого я сейчас не дождался, чтобы это все дело более-менее у нас играбельное было. Так, ладно. Так, ой-ой-ой, вижу мою Белоснежку, которую я очень хочу прям сильно убить. Так, давай, Белоснежка, отправляйся на респулю. И, в общем-то, мы довольно-таки неплохо законтролили эту всю тему, при том, что у меня, согласитесь, для моей первой как бы игры и первой вообще в моем опыте именно мышкой на шафте играть, у меня получается довольно-таки неплохо. Блин, ну, это меня очень сильно радует, то есть я, ребят, на все 200% доволен как бы этим советом и буду им однозначно пользоваться. Вот, плюс ко всему, ребят, не забывайте о том, что у нас имеется сейчас конкурс, то есть конкурс в чем заключается? Вам нужно будет зарегистрироваться по моей реферальной ссылке. Ух ты, блин, сейчас мискликнуло, было, между прочим, очень-очень обидно. То есть вы регаетесь, ребят, по моей ссылке, и проходит какое-то время, и вы за достижение звания вот офицера первого получаете себе 10 контейнеров. Потом при достижении звания младшего лейтенанта 20 контейнеров, при достижении звания капитана вы получаете 30 контейнеров, ну и так далее. Но если какой-то, ребята, у нас человек докачает до звания легенда, ну, кстати, по следующим диапазонам, там у нас после капитана идет подполковник, я решил на подполковнике, ребята, давать именно следующий приз. Потом у нас идет звание бригадир, я, получается, выдам еще пачку кому-то промокодов. Потом у нас идет генерал-лейтенант, это, ребята, звание такая, три желтых звездочки. Потом у нас идет звание маршал, потом, соответственно, у нас идет звание командор. И последняя званка, которую вам нужно будет достигнуть, это легенда. Соответственно, за каждое прохождение какого-то звания я буду добавлять по 10 контейнеров. И, допустим, если вы пройдете весь этот путь, в конце за звание легенда вы, во-первых, получите танк мечты, и плюс еще бонусом получите 200 контейнеров, а это уже очень и очень неплохо. Вот, плюс ко всему, если вы будете проходить эти званки, вы также, ребята, можете нафармить себе довольно-таки неплохое количество этих самых консервиков и потом разбогатеть вообще как я даже не знаю кто. Вот, плюс ко всему, многие у меня задавали вопросом, а вообще, а как эта тема будет играться, то есть как ты будешь отдавать контейнеры и можно ли будет их ввести как бы на другой аккаунт. Ребята, естественно, контейнеры у нас можно будет ввести на другой аккаунт, не обязательно вводить именно на это, то есть этот самое главное, вам, то есть, прокачиваться только на шафте, чтобы на других пушках у вас не было набрано большого количества опыта, то есть на шафте те, ребята, нужно набрать и играть по максимуму. То есть на других пушках, конечно, опыт можно набирать, но не больше 1000. И сейчас, когда меня убьют, я вам покажу тоже результаты ребят, которые качаются, которые прокачивают, ребят, свое вооружение. И если честно, там уже у нас есть некие фавориты, которые довольно-таки неплохо себе прокачали званку. И я был очень, если честно, удивлен, но
Как раз таки все, ребят, контейнеры я отправлю, получается, на эти аккаунты подарком. Естественно, ребята, мы будем записывать видео по каждому достижению какого-то чувака определенной званки. Естественно, ребята, как бы вам будет этот самый отчет виден, то есть я буду перед вами отчитываться, записывать все это в духе, все это в плане. Вот званочку я тоже хочу получить уже на следующий видеоролик, там, ребята, читаемся по победителям. Ну и сейчас как раз таки я вам покажу победителя на данном этапе. То есть самое максимальное звание, которое смог чувак достичь, это, ребята, вот оно. То есть еду на тусу. У него звание уже практически World Officer 1, и он, получается, получит, я так думаю, но если его никто не обгонит, первую пачку промокодиков. Ну, это довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо чувак у нас подфармился. И я вам скажу, прям я за него рад. То есть у него все получается, но... Ребят, для этого, кстати... Для этого конкурса, что или есть, небольшой лайфхак. Вы можете зайти в режим Джаггернаут. Он у нас, ребята, вышел, опять же, в танках довольно-таки недавно. И, получается, убить Джаггера, и потом весь опыт остальной качать на Джаггернауте. То есть, и у вас также, ребята, будет идти опыт, типа вы убиваете всех на шафте, но на самом деле вы как бы будете чпокать всех на Джаггере. То есть, это вам небольшой лайфхак, как довольно-таки неплохо можно... сэкономить свое время и не тратить какие-то, я не знаю, дни, часы, там, недели на прокачку именно на самом шафтике. То есть, если кому-то так удобней, можете это все дело качать в демках, но, по-моему, в командных как раз-таки битвах у нас происходит все гораздо быстрее. Я имею в виду, ребята, прокачка на более высоких левелах, но там уже сами смотрите. Ладно, на этом, ребята, мы с вами будем заканчивать. Думаю, видеоролик вам понравился. Если так, обязательно ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и чтобы не пропустить как раз таки итоги, что-нибудь еще, что-нибудь интересное не пропустить. Короче, все, ребята, вы знаете, все жмите. Ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока.